Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом маски, которая преображает кожу уже после первого применения. Эта маска богата витаминами, антиоксидантами, жирными кислотами и другими полезными компонентами, которые помогают убрать морщины и пигментные пятна. А еще эта маска прекрасно питает, увлажняет, освежает и даже тонизирует кожу. И чтобы сделать эту сильную омолаживающую маску, необходимо взять 1 столовую ложку кефира, 1 чайную ложку льняного масла, 2 измельченные в порошок таблетки спирулины и 1 чайную ложку рисовой муки. А про омолаживающие свойства каждого компонента этой маски и про ее общее воздействие на кожу я подробно рассказала в своем блоге. Там же вы найдете информацию о противопоказаниях. Перемешайте все компоненты до получения однородной консистенции. И вот такая вот по густоте у вас должна получиться маска. И затем нанесите ее на все лицо, на шею и на декольте. Также эту маску можно наносить под глаза. Через 20 минут смойте маску водой и потом нанесите на кожу увлажняющий крем. И делать такую омолаживающую маску необходимо 2 раза в неделю в вечернее время суток. Только, пожалуйста, не забудьте перед первым применением новой для вас маски обязательно сделать тест на аллергию на сгибе локтя.